Широкую масленицу отпразднуют в Артеме 6 марта. Парк культуры и отдыха станет площадкой для проведения масленицы. Народное гуляние начнется в 12 часов на территории за Дворцом культуры угольщиков. Организаторы подготовили развлекательную программу и для взрослых, и для детей. Поэтому масленица может стать днем семейного отдыха и встречи с друзьями. Запланировано театрализованное представление, масленичный поезд, выступления творческих коллективов Артема, традиционные для широкой масленицы народные игры и забавы. Во время гуляний пройдет концерт и награждение участников первого городского открытого фестиваля народного творчества «Как на масляной неделе частушки звонкие летели» 2022. И пройдет выставка поделок конкурса «Символ масленицы». Все желающие смогут пройтись по торговым рядам с изделиями декоративно-прикладного творчества. Участникам праздника предоставляется возможность показать молодецкую удаль на масленичном столбе. А завершится гуляние традиционным сжиганием чучела масленицы и широким хороводом, которым артемовцы простятся зимой.